рассвет разгорается. Добро пожаловать, брат. Час сейчас поздний, но мастеру всегда нужны новые люди. Ты можешь войти в святилище. Харау проведет тебя к мастеру, чтобы ты прошел обряд посвящения служению лорду Дагону. Не мешкай! Время приготовлений почти закончено. Приближается время очищения. Я Харроу, хранитель святилища Дагона. Следование по пути рассвета, что сокрыт в писаниях мастера нашего, Манкара Камарана, заслужило тебе место среди избранных. Удача сопутствует тебе. Ты можешь удостоиться чести посвящения в орден самим мастером. Будучи членом ордена мифического рассвета, ты будешь получать все необходимое из сокровищниц мастера. Отдай мне все свои пожитки и надень эту робу посвященного. Что? Должен предупредить тебя, никто не может покинуть это место, не связав себя со служением лорду Дагону. Но я уверен, что ты передумаешь. Нет сомнения, что человек, удостоившийся такой чести, преданный и достойный последователь рассвета. Я прошу тебя последний раз, отдай мне все, что у тебя есть. Мастер требует этого от всех обращенных. Тогда ты умрешь. Меня ждет рай. Тебе не уйти от взора мастера! На лорда Дагона! Что это? За лорда Дагона!
там? Тебе не нужно. Зора мастера. Меня ждет рай. Только избранные переживут очищение. Радуйся, что ты не доживешь до момента. Мастер прикажет приступать к очищению. Все уже готово. Беги! Лорда Дагона!
Лорд Дагон! Чем могу помочь? Как дела? Что интересного? Недавно в лесу мне повстречались гоблины. Что на этот раз? Противные мелкие твари. Если ты ищешь проблемы, ужасные создания. Считай, удача тебе улыбнулась. Говорят, высокие эльфы дрессируют их. Не могу себе этого представить. Добрый день. Береги себя. Приветствую. Что я могу предложить тебе? Ты веришь во все эти разговоры, что якобы повсюду открываются новые врата Обливиона? Чем я могу заинтересовать тебя? Прекрасно. Расскажи об... До свидания. Не заходи. Как поживаешь? Это ты. Привет. Положи назад. Ловите, вор! Ловите, вор! Кто-нибудь, помогите! Положи назад! Кто-нибудь, помогите! Положи назад! Стой! Нельзя нарушать законы. Плати штраф или отправляйся в тюрьму. Все украденное тобой будет конфисковано. Надеюсь, ты сгниешь там, преступное отродье. Что так? Возьми это. Это от друга.
Не дашь ли монетку? Можешь говорить. Как поживаешь? Мы знакомы? Ах да, еще одно жулье, отсидевшее в тюрьме. Серый лис дает тебе шанс вступить в гильдию воров. Все здесь, начнем. Каждый из вас хочет вступить в гильдию воров. Гильдия воров не миф. Мы последователи Серого Лиса, а я его дуайен. Найдя меня, вы прошли первое испытание. Это необычно для нас, видеть сразу трех кандидатов. Поэтому вместо обычного испытания пригодности, я сделаю из этого соревнование. Это нечестно. Метредель, ты знаешь правила. Но для Амузая и новичка я повторю их еще раз. Тот, кто принесет мне дневник Амантиуса Алектуса, не убив его, получит приглашение в ряды гильдии. Ха! Он будет у меня еще до восхода солнца. Амантиус где-то в имперском городе. Нищие помогут найти его за определенную плату. Я могу продать вам отмычки, если они вам понадобятся. Еще одно. Вы не можете поубивать друг друга во время этого испытания. Мы воры, а не убийцы. Какие-то неясности? Вот, держи. Вот, держи. А теперь иди отсюда. Какие-то неясности? Вот, держи. А теперь иди отсюда. Слава Талосу, с возвращением. Удалось добыть амулет? Пожалуйста, скажи мне, что у тебя есть хорошие новости. Ах, хорошо. Следует немедленно отнести его Мартину. Он сейчас в большом зале, читает. Он практически не спал все время, пока тебя не было. А вот и ты. С возвращением. Я говорил Джоффри, чтобы он не волновался. Я чувствую, новости плохие. Не удалось добыть амулет, так?
О, девять богов! Такие вещи даже в руках держать опасно. Прошу простить меня. Хорошо, что книга здесь, но тебе лучше отдать ее мне. Я знаю, как защитить себя от дьявольской силы этой книги. Я не знаю. Возможно. Я подозреваю, что в этих страницах заключен секрет того, как открыть портал в рай Камарана. Но мне понадобится время. Иметь дело с темными тайнами, даже просто читать о них, может быть очень опасно. Я должен действовать осторожно. А пока тебе нужно поговорить с Джоффри. Его очень насторожили сообщения о шпионах в Бруме. Теперь мне стало совершенно ясно. Единственный способ остановить вторжение Обливиона — это зажечь драконьи огни. Император, амулет и драконьи огни. Благодаря этим божественным дарам путь в наш мир для Дейдра Обливиона был закрыт на протяжении тысяч лет. Пока горят драконьи огни, божественные барьеры сдерживают Дейдра. Они могут наносить лишь мимолетные визиты в наш мир. Но драконьи огни может зажечь только истинный наследник рода Септимов, обладающий амулетом королей. Это было сутью замысла Манкара Камарана. Только случай помог нам предотвратить поражение. Но его полная победа все еще угрожающе близка. Чтобы остановить вторжение Дагона, мы должны вернуть амулет королей и зажечь драконьи огни. Пока еще не стало слишком поздно. Став священником, я больше не занимался темными искусствами. Но во всем этом я вижу руку судьбы. Боги могут все обратить в добро. Так набожно говорил я тем, кто приходил просить у меня совета. Возможно, я и сам когда-нибудь поверю в это. Эта дьявольская книга была написана самим Мирунасом Дагоном и дана им Манкару Камарану. Я полагаю, Манкар Камаран использовал ее для создания своего рая. Она должна подсказать нам способ открыть врата туда. Я продолжу ее изучение. Надеюсь, мне удастся за несколько дней перевести хотя бы часть Мистериума Заркса. А пока поговори с Джоффри насчет шпионов. Да? Приветствую. Надеюсь, Мартин знает, что делает. Он столько возится с этой дьявольской книгой,
Боюсь, все это навредит ему, если он не будет достаточно осторожен. Я рад, что Баурус здесь. Он охраняет Мартина днем и ночью. Я думаю, таким образом он пытается искупить свою вину за смерть императора Уриэля. Ах, да. Надеюсь, ты сможешь помочь. Стража у ворот доложила, что несколько дней назад они видели на дороге незнакомцев. Я не могу оставить храм Повелителя Облаков без защиты и бросить всех людей на прочесывание горных склонов. Но этих шпионов нужно уничтожить. Спасибо. Поговори со Стефаном. Он расскажет тебе, где видел их. Капитан Бурт из Брумы тоже, наверное, сможет помочь. Я попросил графиню, чтобы ее стражники посматривали, не появились ли чужаки. Выследи этих шпионов и убей их. И по возможности выясни, что они знают и что планируют. Да? Жаль, что у меня не было возможности помочь тебе разобраться с этими ублюдками, мифическим рассветом. Но, похоже, у тебя неплохо получилось. У меня до сих пор не было возможности поблагодарить тебя за твою помощь в имперском городе. Если бы не ты, я бы ни за что не смог вернуться сюда. Сейчас у нас есть свободная минутка. Я подумал, что мог бы научить тебя кое-каким приемам, которыми я овладел за долгие годы тренировок. Никто, кроме клинков, не знает об этих приемах, поэтому они могут оказаться весьма полезными. Когда враг наносит тебе боковой удар, нужно повернуть кисть вот так. Точно! Ты схватываешь с полуслова. Давай я покажу тебе еще один прием. Пусть твой меч всегда разит точно. Доброе утро, сэр. Привет. Чем могу помочь, сэр? Смерть императора стала горьким уроком для нас всех. Мы не смогли уберечь дракона рожденного. Такое не должно повториться. Мы не раз видели их около рунного камня в сумерках. Мы могли бы преследовать их в лесу, но грандмастер Джоффри запретил нам отдаляться от стен. Но, похоже, тебе дали разрешение атаковать врага. О чем мы сами мечтали бы? Удачи! Мы обеспечим безопасность императора здесь. Не волнуйся. Да пребудет с тобой Талон. Так дела.
Приветствую тебя. Я капитан Бурт, командующий стражей Брумы. Доводилось слышать о Брадоне Лириане? Охотник на вампиров по имени Рейнил Дралас прибыл в город, залез в его дом и убил его. За исключением того, что Джерл вернулась из поездки на юг, все без изменений. Сейчас из-за кризиса Обливиона мало кто путешествует. Я приказал своим людям быть бдительными, но пока ко мне не поступали сообщения о чужаках в городе. А как дела у тебя? Что-нибудь показалось подозрительным? Кровь богов. Так она была их шпионкой. Похоже, в наши дни никому нельзя доверять. Так как ты из храма Повелителя Облаков, я разрешаю тебе обыскать дом Джерл. Я сообщу об этом своим людям. Мы не будем вмешиваться. Пока. Слушай. Приветствую. Добрый вечер. Как поживаешь? Мне будет легче на сердце, когда ты уничтожишь этих шпионов. Кто его знает, что они там могут планировать? Что удалось узнать о шпионах? Это наводит на грустные мысли.
Мифическому рассвету не понадобилось много времени, чтобы опять найти Мартина. В этом документе говорится о двух шпионах. Тебе нужно уничтожить обоих. В планах что-то Да? Что удалось узнать о шпионах? Отличная работа. Я знал, что на тебя можно положиться. Боги не зря выбрали тебя, чтобы тебе не думалось. Но мы еще не устранили угрозу, нависшую над Брумой и нашим храмом. Лишь выиграли немного времени. Я предупрежу графиню об опасности. Тебе следует поговорить с Мартином. Я полагаю, он продвинулся в изучении мистерии Мазаркса. Я немедленно отправлю графине сообщение. Привет. Я расшифровал часть ритуала, который сможет открыть портал в рай Камарана. Заркс упоминает о четырех предметах, нужных для проведения этого ритуала. Но пока я расшифровал только одно название. Это кровь лорда Дейдра. Известно, что в дейдрические артефакты вложена частица существа самого лорда Дейдра. Именно эта частица есть основа мощи артефакта. Естественно, их не так-то просто найти, но нам очень нужен дейдрический артефакт. Если тебе удастся заполучить такой предмет, принеси его мне. Я выяснил, что мистериум Заркса является одновременно и вратами, и ключом к раю Камарана. В некотором смысле эта книга и есть рай Камарана. При помощи темных ритуалов, о которых я и говорить не буду, Манкар Камаран связал себя с Зарксом, когда создавал свой рай. Врата туда можно, впрочем, открыть и снаружи. Это несколько более сложно, поскольку мне придется на время связать себя с этой книгой. Но я верю, что это можно сделать. Я продолжу работу по расшифровке предметов, необходимых для ритуала связывания. Единственный способ добыть дейдрический артефакт — искать культы, посвященные лордам Дейдра. Книга «Современные еретики» — лучшее введение в дейдрические культы. В здешней библиотеке есть экземпляр. Помни, ритуал мистериума Заркса уничтожит физическую форму этого артефакта, чтобы высвободить его энергию. Я думаю, что близок к разгадке еще одной части ритуала. Надеюсь, мне удастся продвинуться к тому времени, как ты вернешься с дейдрическим артефактом. Что тебе нужно, друг?